Devil May Cry. Сказали бы в игре Devil May Cry, если бы я в нее сейчас играл. Кстати, самое забавное, после того, как я попрощался с вами в предыдущей серии и попытался взломать сундук, оказалось, там было не два замка, а один. Я его хакнул с первого раза. Нет, я ни на что не намекаю, просто это странно. Так. Ящик с деталями. Окей. Так, я так полагаю, да. Нам можно сюда. А можно вот туда. К вышке, да, я так полагаю. Но я буду ходить в мой рай. У нее есть слом. Ну да. Я не удивлен, нам туда. Погнали. Я, наверное, кучу всего опять пропускаю. Твою мать. И почему я не удивлен? Так, а дальше куда? Tell me we're not jumping this. А чё это не будем-то? Си? Видишь, ты ж можешь. Провалиться, да? Ну, это было немножко предсказуемо, но это было круто. Сраный Голливуд. Блин, Мойра, ты мне определенно нравишься. Барри, это отец, если что. Мойра. Барри can kiss my ass. The guy bitches and moans and granny swears about everything. Вроде так. Или дядя, не помню. Но в итоге, вроде так отец, если не ошибаюсь. И огнестрел, я так и не договорил, почему она не любит владеть огнестрелом в предыдущей серии. Штука в том, что что-то там, короче, Барри не было дома, по-моему, а у Мойры была сестра Поли или что-то как-то так, короче, звали в итоге. Мойра, по-моему, нашла пистолет. Что-то они там делали, фигней страдали. В итоге Мойра случайно выстрелила в свою сестру, как я понял. Вроде как сестра там была. Вот. И после этого у нее пошел разлад с Барри, то есть со своим отцом. Был бы это Барри Аллен, разлада бы не было. Вообще такого бы не было. Все, что потому, что могла бы Мойра потеребить, это красный костюм Барри. Все. А так у них пошел разлад, и вот в итоге теперь они разосрались. И вот так вот они друг с другом себя ведут. То есть, ну, по крайней мере, Мойра относится так к Барри. И это на самом деле все печально. И после этого она, ну, с огнестрелом не дружит. Вот. Так, станок. Окей. Скорострельность шикарно. Быстрое заряжание шикарно. Так, давайте, знаете что? Давайте вот сюда мы поставим. Что-то у нас урон, скорострельность. Сюда мы поставим, наверное, я думаю, быструю зарядку. Потому что для дробовика, для ружья это вообще шикарно. Скорострельность, урон. Я думаю, в ружье и так урона достаточно. А вот пистолет. Мы поставим, во-первых, урон. Во-вторых, мы поставим с вами скорострельность. Что было реально круто. Немножко напоминает, ну, там, конечно, покруче, чем здесь. Но вот станком напоминает The Last of Us, он намного круче. И Dead Space. Вот. Блин, как там? А, на другой персонаж тап переключаться, я что-то. Так, ну в итоге у нас прокачанное оружие. Нам бы фонарик прокачать с ломиком. Укрепить лом, покрасить в такой красно-облезлый цвет. И было бы круто. Еще, как я понял, тут какие-то что-то открывается, что-то там. По крайней мере, вот.
Там, говорит, костюмы какие-то есть, что-то другие какие-то, что-то еще. Можно? Что, нельзя сломать окно? А, через дверь. Ну да. Мы развищем легкие пути, ни в коем случае. Нет, по-моему, все-таки в окно. Или что? А, во. Это вышка, хотите сказать? So? No, it's dead. Сломано, черт. You stay here. I'm gonna go check it out. То бишь, нам надо на... Че, прикалываетесь? Хотите сказать, нам надо ползти на самый верх? Самое забавное, я вот сколько... Клэр, если не ошибаюсь, я хожу меньше, чем Мойрой в игре вот сейчас. Ну, по крайней мере, она сама залезла. Уже радует. Я надеюсь, она патроны не потратила. Потому что вот очень обидно. А чем мы сюда залезли, я не понял. Твою мать. Right. А. Там не то, что было сломано там. Is anyone picking this up? My name is Moira Burton. My coworkers and I were taken here against our will. I don't know where. Скажи, что какой-нибудь остров. We have these fucked up bracelets, and this crazy woman is talking to us. Some kind of monsters have killed the others. Please send help. Please. Ну, сейчас за нами прибудут, да? Shit. One more time. Прибудут же, спасатели-то. My name is Moira Burton. Твою мать. О, oh, Бог. Сказать, что... Охренеть. Да, я же говорил, на остров попали. Ну, я знал, что мы на остров попали. Но... Получено консервный нож, первый эпизод. Вы получили концептуальный рисунок номер один. Воу! Круто. Давайте F. 1000 воночных... Кому нужен огонь? Круто. Тут 1000 воночных... Истинно командная работа. Круто. Смертностная парочка. Круто. Так, и чё? Ну да, 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 да. У меня сейчас нет интернета, это Steam, поэтому... Простите. Не, не надо повторять список лидеров. Время прохождения эпизода... 1:39:19. Ну, чё могу сказать? Точно знаю, что... Эпизод был рассчитан, вообще читал, поэтому сам описание немножко. Поэтому там было написано, что первый эпизод, сам полностью первый эпизод рассчитан на часа на два. Вот. Сверхсбылочно в компании ПО для приобретения навыков, меню настройки навыков, окей. Настройки навыков посмотрим. Вот. Но я прошел за 1:39. Сила в приседе, усиление огневой мощи при приседании. Ну, блин, ладно. Сокращается время использования зеленой травки. Трава это хорошо, трава это хорошо. 6530! Сколько? Так. Швыряние, увеличение огневой силы вспомогатель. Вот, вот это шикарно, это чё? При первом выстреле после смены оружия. Шикарно. Сила атаки монтировкой Мойры. Следует сила атаки кирпичом у Натальи. Какой Натальи? Двое сокращает время спасения партнера от опасного состояния. Что? Так, не, ну давайте мы, наверное, сделаем с вами травку. Да. А затем что мы сделаем? Усилим это. Кладка кирпичи. Это просраться, наверное. Ну, блин, спасение от опасного состояния. Я пока не сталкивался. Давайте тогда, не знаю, сделаем... Прям выстрелит, так, блин, толку от первого выстрела. Давайте так вот сделаем. Заточим под завязку просто. Это чё? Включение огневой силы вспомогательного оружия. Это круто, на самом деле. Какая Наталья? То есть прокачиваешь и тут прокачиваться дальше. Так, погоди.
команде Клэр и Барри использовать оружие, когда им управляет компьютер. Воу, блин, то есть... Охренеть. То есть я смогу еще играть за Барри Бёртона? Шикардос, и здесь что? Фонарь для выведения из строя. Воу. Шикардос, ладно. А, давайте, знаете что? Давайте я, наверное, на этом... Шикарно. Так, наверное, на этом закончу, да? Так, ножом. И, в принципе, да, давайте метательно немножко пойдем. Так, здесь что у нас открылось? Время уклона, ну понятно, я редко уклоняюсь. Здесь что? Так, давайте тогда, не знаю, вот это поднимем. И у нас сколько? 3000. Что нам надо-то? Это что? Ну, понятно, что труднее попасть. Давайте вот это, я не знаю, что за Наталья. Давайте вот для спасения человечества продлим вот это. Вот. И что мы можем еще сделать? Это компьютер, да. Можем еще вот так вот сделать. Время врага труднее попасть. Ну зачем нам это надо? Ну что? Усилие огневой мощи при приседании. Да. И в принципе на этом я думаю пока что все. Да. Escape. Давайте посмотрим, что будет дальше. Просто что тут у нас. Лишь слово, лишь просьба, лишь движение воздуха, лишь признак того, что ты еще жив и ждешь. Полагаю, дальше у нас получается, насколько я знаю, там в первом эпизоде еще история Барри, то есть... Я почему узнал, что это остров, что на остров плывет. Но я думаю, да. Да, я думаю, на этом все. Я на этом серию закончу, чтобы вы дальше не видели, что здесь происходит. Я просто посмотрю заставку. А хотя я не знаю, будет ли заставка в следующий раз, так давайте заставку посмотрим и закончим. Это, наверное, то, что было в трейлере, да? Да. Хм. Мойра в своем репертуаре, да. Это был Барри. И вот он, этот остров, на котором мы сейчас находились двумя персонажами. Воу-воу-воу-воу, ты кто? Ты кто? Твою мать, на ней браслет. Охренеть. Что-то она жутковатая какая-то. Жутковатого вида девочка. Вот, в принципе, это все, что я знаю на данный момент. А, Resident Evil Revelation, это то, что, ну да, я знал, что будет история Барри, и она будет на острове. То есть, поэтому я, в принципе, знал, что мы находимся на острове. Алькатрас, конечно, но все-таки. Вот. Блин, давно на серию уже закончил, уже попрощался 800-100-500 раз. А толку? Что прощался? Серию-то не закончил? Stay by the boat, little lady. I mean it. I've got some grown-up stuff to attend to, but I'll come back for you later, okay? Да-да-да, сиди здесь. Барри дела говорит. No. Да не ходи, сиди здесь. Почему? Тебя еще вытаскивать? Я бы продолжил бы, еще может серию бы записал, но что-то подлагивает уже.
Поэтому... Нифига себе пушкарь-то у него там. Погоди, чувак, а чё ты можешь вообще? А чё ты можешь, мы проверим в следующей серии, потому что, во-первых, подлаги, а во-вторых, серия идет уже приличное количество времени. И девочка куда-то пошла. Она уже пошла, видно, Гоше помогать монтировать серию. Поэтому все. Вот теперь точно все. Подписка на каналы, на Тимона и Пумбу, на Digital World. Это был Resident Evil Revelation 2. Советую, кстати, посмотреть все-таки анимешный, который японский, он там от Capcom, кстати, сделал. Resident Evil Degeneration. Degeneration называется. Анимешный идет 1.5 часа, и там история как раз, которая произошла вот перед Revelation 2. Вот. Вам очень понравится, особенно тех, кто там... Если вдруг кто не смотрел, даже все 6 частей прошел Resident, а не знал, что такое есть, вот посмотрите, там есть ваш любимый Леон. И Леон, и Клэр, там просто круто. Там просто эпик, дикий-дикий эпик. Поэтому сейчас сначала посмотрите, посмотрели эту серию, а теперь, если не смотрели ничего, и вам, допустим, посмотреть-то больше нечего, да, допустим, идите, смотрите, 1.5 часа займет, просто вот пролетят, не знаю, настолько эпично, что просто ах. Я просто, не знаю, сел где-то в 3 ночи, наверное, посмотреть. В итоге даже не заметил, как досмотрел. Просто на одном дыхании. Поэтому классный анимационный мульт сделан, японский. Жутковатый и просто эпичный. В общем, всем пока. Пока-пока-пока-пока-пока-пока. Уже сказал пока. До свидос. Прощайте. Аривдерчи. Гудбай. Вот.